записываю тут город. Первый раз. Первый раз даже так дивимся. Да, ніколи зблизька не бачила її теж. А скажи, біда, знаєте, їй зараз плохо? Вона ж прикла в темноті. Звісно. Вона ж вилетіла пожувати щось. Вона ж днем спить. Моя дівочка, манюсенька, не будь кохана. А може, мальчик? Хороший такий птенчик. Так може мене випустити, пограється. Ти що? Да, вона ще сердиться. Поньки, ходи, ходи. Нічого було по окнам шмигати тут в реанімації. Не в реанімації у нас так. Особенно... Написано, вход запрещено посторонним. Особенно на моїх дежурствах. Раз, і ти вже в баночці. Так що не заходить до нас, а то і баночку поставить. Я намек поняла, я вийшла. А, да. Ладно, ми пошутили. Приходь. Да, вход рубль, выход 2. Заходь. Ну, это же дешево, Наталья Петровна. Да, щось ви так слабо. До утра сидить, а потом выпустить. Не, она задохнулся, Марта. Вообще-то да, вона до утра. Вона задохнулся, вона ж голодна. Що, вона ж вилетела. Тут уже воно, гляньте, опять снімайте. Наталя Петровна, он уже зверь залетів, сидить біля лампочки. Маленький. Так. Пошли, надо. Да мне не жалко, я всех посниму. Автофокус хорошо работает. Вы две банки принесли? Не одну. А, Наталья Петровна, открытую, без бумажки, чтобы видно было ей. Опа! Живой? Смотри, сейчас она жрать уже будет. Точно, она сейчас съест, наверное, ей, да? Не знаю. Может съест, может покакает. От страха. Руся, она знает, Руся.